Приветствую, дорогой зритель, на моем канале Людмила Цыганкова. И если говорить о жизни, о жизненном процессе, который выпал на нашу душу, мне бы хотелось сказать, что самое главное в этом процессе. Конечно, кроме тех универсальных правил Вселенной, о котором говорилось в других моих видео, которые мы должны соблюдать, которые мы должны знать, чтобы нам комфортно и хорошо жилось на этой земле, чтобы мы понимали смысл жизни на ней. Существует еще очень важный этап в этом процессе. И его я называю этап самопознания, когда человек должен остановиться над своей личностью, должен понять себя, понять свою внешность, понять свой характер, а почему свои достатки, хорошие черты характера, свои не очень хорошие. Проанализировать, почему ты иногда ведешь себя так, а иногда не очень. Все это проанализировать в течение хотя бы месяца. И потом принять со смирением, о котором я говорю уже давно, что мы вообще должны со смирением относиться к жизни. Не мы сотворили эту жизнь, мы должны, как говорится, с покорой, со смирением принять все, что мы имеем на этой земле. Так же самое и себя. Мы частичка этого процесса. И мы должны с покорой, со смирением принять свои достатки и недостоинства, принять себя всего таким, какой мы есть. Даже выработать такое расстояние к себе, как бы взгляд со стороны на себя. Хотя нужно выработать такой взгляд, дистанцию и покору не только по отношению к себе, как я говорила, и к своим близким, к своему окружению. Это будет нам лучше для нашей же комфортной жизни. И когда мы научимся вот так вот с расстояния на себя смотреть и со смирением принимать себя так, как есть, нужно приходить к этапу любви к себе. И правда, нужно понять, что ты один-единственный на этом белом свете, со своим характером, со своей внешностью. Но это же шедевр. Шедевр в своем роде. Нужно заакцептировать его, и нужно полюбить этот шедевр. И все время нужно работать, чтобы увидеть этот шедевр. Рано встать, аффирмации в зеркало сказать по отношению к себе и вообще к целому миру. И тогда потихонечку вы прочувствуете, что если вы работаете над этим процессом самопознания и самополюбения себя, рано или поздно приходит эта любовь, приходит себя акцептация, и ты становишься счастливой. Подумайте над этим. Всего вам хорошего. До свидания.